об открытости. На мое последнее видео Елена Грюнер прекрасно ответила. Согласна, Геннадий Петрович, делиться можно с тем, кому идет доверие души. А со всеми это даже опасно. То есть можно действительно излишней доверчивостью, излишней открытостью как бы располагать собеседника к себе, но это вот действительно это опасно. Но при этом просто необходимо сохранять вашу непосредственность и душевность в общении с людьми. Вот чем я и хочу заниматься, чем я и занимаюсь вот так с открытой душой, вот рассказываю о том, о всем, что вы спрашиваете. Я редко вам отказал на какой-то вопрос. Спросили, я там отвечаю. И душевность в общении с людьми. Быть немножко ребенком. Действительно, немножко ребенком, ты тогда открыт. Понимаете, вот это вот все опасения все-таки не закрывают и капсулируют человека в своем собственном энергетическом коконе. А когда ты вот как бы открыт, вот так вот ко всему ты относишься, так, то ты открыт, вот что-то с тобой происходит совершенно иное, будем говорить, вот в плане информационном, в плане именно работы с пространством, с природой. В этом секрет вашего успеха. Прекрасно, Елена. Отлично сказано.